служение Дерека Принца. Сироты, вдовы, бедные и угнетенные. Часть вторая. Вам нужно знать предысторию. На Бухудоносору приснился ужасный сон. Он увидел дерево, которое срубили, и от него ничего не осталось. Он обратился к своему другу и советнику Даниилу. Даниил сказал, «Царь, дерево — это ты. Если ты не изменишься, то будешь срублен». Затем Даниил предложил простой совет, как можно избежать приближающейся катастрофы. Даниила, 4 глава, 24 стих. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою или праведностью». Это и есть покаяние. Не какой-то мысленный и постепенный процесс разрушения греха и замены его праведностью. Это и есть покаяние, и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой, новухудоносору нужно было проявлять милость к бедным. Он этого не сделал. Дерево было срублено, и на него пришел суд, предсказанный во сне. Может ли это касаться современной Америки? Можем ли мы оттянуть или отменить Божий суд с помощью праведности и проявления милости к бедным? Мы богатая страна. Мы можем позволить себе быть щедрыми. Я хочу сказать, что американцы были очень щедры ко мне. Я говорю об этом не потому, что я нуждаюсь или жалуюсь, но я думаю, что Америка на пути к суду и катастрофе. И мы можем обратить это только одним способом. Так, как Даниил советовал Навуходоносору. Разрушив грехи праведностью, полный переход от греха к праведности, от тьмы к свету и проявление милости к бедным. Вам приходило в голову, что так мы можем обратить или оттянуть Божий суд на США? Не какая-то политическая организация, а мы, Церковь Христа, должны проявлять милость к бедным. В конце я хочу поделиться с вами личным опытом. А потом можете поспорить со мной, если захотите. Давайте перейдем к Новому Завету. Поразительно, что в Новом Завете Божья праведность не поменялась ни на йоту. От христиан он ожидает того же, что и от патриархов и от людей времен закона и пророков. Вы знаете, что Бог послал перед Иисусом предтечу Иоанна Крестителя? Он нес послание о покаянии всего в одном слове — «покайтесь». Вот и все. В Евангелии от Луки 3 главе с 9 по 11 стих — мы читаем такие слова. Это слова Иоанна Крестителя к его современникам. Итак, Евангелие от Луки 3.9. Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Видите, недостаточно того, что вы просто не приносите плохие плоды. Бог требует хорошего плода. Бесплодное дерево будет срублено так же, как и приносящее плохой плод. Бог принимает только один вид дерева. Дерево, приносящее хороший плод. Уже и секира при корне дерев лежит. Вы знаете, что означает слово «радикальный»? Оно происходит от латинского слова «радикс», что означает «корень». Значит, радикальный — это тот, что разбирается с корнем. Послание Иоанна Крестителя было радикальным. Он говорил, что нужно избавиться от корня и от дерева, не приносящего хороший плод, я считаю, что христианство это радикальная религия. Если оно не радикально, то это не христианство. Я имел привилегию служить в 60-х, так называемым людям Иисуса. Если бы хиппи были во времена моей молодости, то я был бы хиппи, но их не было, поэтому я был хиппи сам по себе. Но я их понимаю. Они мне близки. Они протестовали, потому что были недовольны состоянием общества. Они не знали, как это выразить и что им делать. Они просто не хотели отождествлять себя с этой материалистической культурой современного мира. Многие молодые люди тянутся к чему-то правильному. Я прошел через это, когда был студентом и профессором в Кембридже. Я был хиппи, когда хиппи еще не было. Я не знал, к кому себя отнести. Я шокировал некоторых людей, когда рассказывал им, что могу выиграть целое состояние, играя в рулетку. У меня были друзья, которые заплатили за то, чтобы я отправился на юг Франции, в Канны и в Монте-Карло, в Монте-Карло я провел много недель. Там почти всегда тепло. Я носил сандалии, а не туфли, и почему-то выкрасил ногти на ногах в красный цвет. Знаю, сейчас в это сложно поверить, Я сам себя спрашиваю, зачем я это делал. Сразу же вспоминается блондинка, которая выкрасила волосы в синий цвет. Я не против этого, пусть ходит, как хочет. Но почему я красил ногти в красный цвет, а она свои волосы в синий? Это протест, беззвучный протест. Так мы говорим. Что-то радикально не так с нашим обществом. Мы не хотим, чтобы нас отождествляли с этим. Мы хотим чего-то другого. Поэтому Бог так сильно двигался в 60-е. То поколение было радикалами. Когда некоторые из них стали христианами, то я сказал им, вы недостаточно радикальны. Вы были более радикальны, когда были хиппи чем когда стали христианами, будучи хиппи, вы могли не раздумывая уехать на Аляску, а сейчас вы хотите, чтобы кто-то оплатил вам дорогу и заказал отель. У меня много друзей, некоторые из них сейчас здесь, они знают меня еще с тех пор, и я хорошо понимаю их, не потому что вел такой же образ жизни. Потому что имел те же проблемы — неудовлетворение и поиск чего-то лучшего. Я считаю, что они — самая плодородная нива для Евангелия. Если вы придете к ним с радикальным посланием, то они отреагируют. Их девиз в 60-е звучал так говорите все как есть. Разве это не мечта проповедника? Давайте говорить все как есть. Вот почему Бог благословляет Джона, потому что он говорит все как есть. Вот почему Бог благословляет меня, я говорю все как есть. Я не хочу играть в религию. Религии мне хватило до того, как я стал христианином. В школе все десять лет мы каждый день ходили в церковь. Когда я пошел в Кембридж, то подумал, «Слава Богу, с этим покончено!» Теперь у меня будет настоящая жизнь. Внутри меня всегда была жажда, желание. «Пожалуйста, покажите мне что-то настоящее. Покажите то, что работает. Не нужно давать религию или просто слова». Мы устали от этого. Сегодня так думает целое поколение. Слава Богу, за них они самые плодородные почвы для Евангелия. Но им нужно принести радикальное послание и вести радикальный образ жизни. Ну, хорошо, давайте вернемся к Иоанну Крестителю. Уже из Секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ, «Так что же нам делать?» Это были не мытари, не проститутки, это был простой народ. Его ответ был очень простым и очень приземлен. Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай нимущему, и у кого есть пища, делай то же». Это праведность от Бога по вере. Это послание Нового Завета. Это покаяние. Вы берете то, что вы имеете, и делитесь с теми, кто этого не имеет. Все просто. Не нужно быть теологом, чтобы это понять. Проблема в том, что это слишком просто. Верно? А далее мы откроем Евангелие от Луки и посмотрим с вами 14 главу, 14 стих. Иисуса пригласили на обед в дом Фарисея, но здесь он обращается ко всем. Сказал же и позвавшему его. Когда делаешь обед, или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, завинищих, вечных, хромых, слепых. Вы это делаете? А я делаю это. Иисус говорил это серьезно. Затем Он продолжает. «И будешь блажен, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Если мы получаем воздаяние сейчас, то мы не получим его воскресение праведных. За все остальное мы получим воздаяние небесной валюты во время воскресения праведных. Хочу вам что-то предложить. Заведите на неделю небольшой дневник и записывайте в нем, за сколько рабочих часов вы получаете небесную зарплату. Вы понимаете, что я имею в виду? Большинство из того, что вы делаете, оплачивается уже сейчас. За это вам не будут платить еще раз воскресенье праведных. Но если какие-то ваши добрые дела не получили воздаяние сейчас, то вы получите воздаяние воскресения праведных. Помню, как я служил в армии в Судане. Это был Северный Судан, полностью мусульманский, Британцы, координирующие дела Судана, не пускали туда миссионеров, потому что не хотели неприятностей с мусульманами. Я не был миссионером, я был солдатом. Я служил в месте под названием Джибит на берегу Красного моря, в небольшом госпитале для итальянских военнопленных. Я заведовал в той больнице местными рабочими, суданцами. Над ними был начальник, и он докладывал мне каждое утро. У нас завязались отношения, но между нами не было религиозного контакта. Пока однажды я не выяснил, что он верит в сатану или в шайтана на арабском, когда я сказал, что тоже верю в сатану, это стало для нас точкой соприкосновения. Однажды он опоздал на работу. Его ступня была сбинтована, и он хромал. У меня болит ступня, и мне пришлось пойти в клинику, чтобы решить эту проблему, сказал он мне. До этого я не видел никого, кто бы молился за больных, но я знал, что это есть в Новом Завете. Поэтому очень скромно я предложил помолиться за него. Он согласился. Я был с ним осторожен, как с бомбой, которая может взорваться. Я возложил на него руки и помолился. Через неделю он пришел ко мне и сказал, ⁇ Хотите взглянуть на мою ступню? ⁇⁇ О да, конечно. Она исцелена. Если честно, я был удивлен. А вот так мы и стали друзьями. Я читал ему Новый Завет в переводе к короля Иакова и переводил ему на солдатский английский. Он не умел читать или писать по-английски, но понимал английский на котором говорили солдаты. А этот язык очень отличается от языка Библии. Поэтому я переводил с библейского на солдатский английский. Так мы и подружились. Затем он захотел научить меня ездить верхом на верблюде, и так и научил. Расскажу вам кое-что о верблюдах. Когда первая часть верблюда идет вверх, другая идет вниз. Не бывает так, что верблюд ровный, но я все-таки научился ездить. Я был главным над рабочими и мог делать с ними все, что хотел, поэтому я решил поехать с ним на пикник в пустыню. Мы поехали на верблюдах. Итак, мы приехали к какому-то ручью, мы достали еду, но нам нечего было пить. Он посмотрел на меня и сказал, «Мы, суданцы, пьем эту воду, а вы, белые, нет». Я сказал, что готов ее пить. Он спросил, «Почему вы не поступаете так, как остальные белые люди?» и Иисус сказал, «Что бы я ни ел или не пил во имя Его, мне это не повредит. Я выпил эту воду, и это его впечатлило. Так совпало, что в тот день мы читали Евангелие от Иоанна, третью главу, рождение свыше. Я перевел это на солдатский армейский, и его это еще больше заинтересовало. По дороге назад я спросил, «Вы хотели бы родиться свыше?» Он ответил, «Да». У меня не было никакого опыта в консультировании, поэтому я сказал, «Сегодня вечером вы пойдете домой, и я пойду домой к себе». И на закате вы помолитесь о рождении свыше, а я буду молиться за вас. На этом мы разошлись. На следующее утро я спросил, вы молились? Да? Что-то произошло? Нет? Я уже хотел разочароваться, но Дух Святой прошептал мне. Он мусульманин. В то время я мало что знал о мусульманах. Я спросил, а вы молились во имя Иисуса? Нет. Если вы хотите родиться свыше, то вам нужно молиться во имя Иисуса. Вы хотите этого? Он сказал, да. Итак, сегодня вечером, когда мы пойдем домой, на следующее утро я увидел его и сказал, вы это сделали. Его лицо изменилось. И это впечатлило всех. В том госпитале все меня спрашивали, что произошло с твоим другом Али а я отвечал, он спасся. Как это произошло? А сейчас я вам все расскажу. Старший офицер госпиталя спросил у меня, что произошло с твоим другом Али, он спасся. Это как это спасся? Сейчас я и вам расскажу. Это было радикальное изменение. Почему я начал это вам рассказывать? Должна ведь быть причина. А, я вспомнил. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея, 14 главе. Нет, и вернее, к Евангелию от Луки, 14 главе. «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, Слепых и блажен будешь, что они не могут воздать себе. Я верю, что если я дойду до конца, то мне воздастся вечной валюте за то, что я сделал для того раба. Давайте продолжим читать Новый Завет, Евангелие от Матфея, 25 глава. Джону не нужно говорить, о чем там идет речь о народах, о козлах и овцах. Это последняя притча в этой главе, начиная с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Мы вернемся к книге Иаиля, 3 главе, 1 стиху. Это основание для тех слов из Нового Завета. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, речь идет о времени восстановления государства Израиля. Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата. Иосафат значит «Господь судит». «И там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Когда Иисус придет, Он будет судить народы за то, как они отнеслись к Его братьям, к евреям, и за то, что они разделили Его землю. Всем народам придется с этим столкнуться. В первую очередь британцам, но и всем остальным народам также. В 1919 году Британия получила мандат на управление Палестиной и предоставление дома евреям. В 1922 году Уинстон Черчилль отписал 75% той земли арабам, и там запрещено было жить евреям. Сегодня эта страна называется Иорданией. В конце Второй мировой войны ООН решала судьбу оставшихся 25%. 12% они предложили евреям. Это все, что досталось им из всего наследия. Каким политическим термином обозначается разделение земли? Раздел. Бог будет судить народы, участвовавшие в разделе того, что Он назвал своей землей. Прежде всего, это Его земля, потом земля Израиля, потому что Бог отдал ее Израилю в вечном завете. А мы вернемся к Евангелию от Матфея, 25 главе. Там Иисус сказал, что когда Он придет в славе, то будет судить народы за то, как они отнеслись к его братьям и сестрам. Это очень страшная мысль, ведь в 32 стихе он говорит, «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Тогда скажет он овцам, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. И болкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». «Был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Заметьте, что все очень практично, а не религиозно. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, и жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе, и Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Получается, то, что мы делаем по отношению к евреям, считается, будто бы мы сделали это Иисусу. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Обратите внимание, что вечный огонь был уготован не людям. У дьявола и его ангелов нет других вариантов. Им придется пойти. А люди пойдут туда, только если откажутся принять Божью милость. Далее Иисус говорит, и болкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня. Был странник, и мы не приняли меня, был нак, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе», тогда скажут им в ответ, «Так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне». Думаю, это самые ужасные слова, сказанные Богом по отношению к народам-козлам. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Не могу представить более страшных слов, сказанных кому-либо, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Вы спросите, а что же они сделали? Ничего. Вам нужно ничего не делать. Иисусу нужны деревья, приносящие хороший плод, всякое дерево, не приносящее плод, или приносящее плохой плод, будет срублено и брошено в огонь. Вы видите, что от Иова до Иисуса праведность от Бога по вере всегда была практичной. Она не сентиментальна, не религиозна, а приземленная. Она покрывает нужды нуждающихся, помогает беспомощным, Забота о вдовах и сиротах — это Божье послание от Иова до самого конца. Оно не изменилось. Бог не передумал. Изменилось то, как мы достигаем этой праведности, но сама праведность не поменялась. Вот вам послание от Иакова. Первая глава, 27 стих. Давайте посмотрим. Иакова, первая глава. «Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом. Хочу сказать, что спасение — это не религия. Спасение — это то, что Бог сделал для нас, а религия или благочестие — это то, чего Бог требует от нас». Так вот, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Видите, все так же, как в книге Иова, ничего не изменилось. Заботься о вдовах и сиротах и храни себя неоскверненным от мира. Я был пятидесятником дольше, чем вы живете на этом свете. Я слышал много проповедей о том, как хранить себя неоскверненным от мира. Так, это важная тема. Но я не слышал ни одной проповеди о заботе о вдовах. Ни одной, кроме тех, которые проповедовал я. Существует огромная пропасть — между нашим пониманием праведности и тем, что говорит Библия. А Библия говорит, все легко и просто, запутаться в этом невозможно. Там нет места каким-то сложным объяснениям.